Опа-на. Ой. Слушай, я хрен его знает. У меня проезд. Да понятно, что на проезд. Это у меня такие монеты на это, на мойку. Спасибо. Да нет. Так вот, и живем зимой во дворах. Меня толкали, и я вытаскивал часто. Блин, что-то скрипит. Что-то где-то грякает. Какие-то сайлентблоки, наверное, подзатерлись опять. С этим снегом не мудрено. А может, куда лед попал? По снегам ездил, он замерз куда-нибудь. Короче, фиг его знает, надо диагностику ехать делать подвески. Стал какой-то шум непонятный на льду. По неровностям, когда едешь, что-то как-то скрипит. Но скрипит как скрип такой, как будто резинка на резинку попадает, и скрип такой. Может, где-то нравится сайлентблоки на рычаге стоят, их там. Сколько? Три, по-моему. Я в них никогда не лазил. Может быть, просто уже время подошло поменять их. Спокойно. Какие дела? Нифига не видно из этого бугра. Вот как могли превратить трехполосную дорогу, тут уже почистили, а вот там дальше в полтора, ну вот убираются малость. Полосы здесь на этой дороге в каждую сторону. Три было.
вообще никто не чистит. Тут бордюры поставили, и они просто снегом усыпались и про них забыли. Сейчас динозавра засниму, если он не уедет. Единственный оставшийся у нас в России троллейбус ЗИУ Гармошка. Вот он стоит, желтенький. Впереди перекрыл этот коробок. Сейчас догонь, сейчас на остановке он поедет. Все хотел его заснять, никак не получалось. 5 что ли их было троллейбус или 3, я не помню. Такие вот гармошки ЗИО. Не помню, как модель называется. Хотят его сдать в металл, порезать. Вот, но общество поднялось и решило троллейбус этот сохранить и передать его в какой-то музей, в какой-нибудь, либо вот что-то подобное. Сейчас догоним. Динозаврик наш, 3002 номер у него, бортовой, желтый цвет, классический, о, смотрите какой, таких больше нету в России, говорят, вот именно вот такой вот гармошки, больше нет таких, уж не помню какого он года выпуска, писали, начало 90-х, наверное. Может, конец 80-х. Наконец-то я его заснял, хоть так, хоть в машине. Сколько я пытался его сфоткать или поснимать, не удавалось. Попал в кадр для истории. Карусов гармошек нам таких вот полудряхлых, полусписанных мазов передали с Москвы, трехосных. Корова еще та. Длиннющий, сколько у него? Метров 18, но нет, ну не 18, поменьше. Разбавили здесь. Ну, правда, сделали теперь неудобно. Теперь мы долго стоим, а те едут. Как-то уравновесили, а то было как-то нечестно. Мы быстро проезжали, а та дорога стояла. Теперь сделали наоборот. Поровну вроде как.